И далее коротко о других событиях города и области. Запорожский губернатор пополнил свою команду заместителем городского головы. Сегодня на оперативном совещании в облгосадминистрации Григорий Самардак представил стажера на должность своего заместителя. Им стал Алексей Бородай. По словам губернатора, Алексей Бородай будет заниматься вопросами строительства, ЖКХ и экологии. В историко-культурном комплексе «Запорожская сечь» на Хортице состоялся казацкий круг, в ходе которого запорожские казаки разорвали подписанное еще в 2003 году дружественное соглашение с донскими казаками. Участники круга единогласно решили аннулировать договор о сотрудничестве, сообщить всем казацким объединениям Европы и мира о предательстве донского атамана Николая Козицына, уличая его в военных преступлениях. Спасли корову. Запорожские бойцы ГСЧС помогли достать животное, которое провалилось в двухметровую яму на территории частного домовладения в Пологах. Как сообщает пресс-служба ГСЧС, хозяева пытались самостоятельно вытащить корову, но не смогли. Поэтому позвонили в службу спасения. Животное отделалось легким испугом.